луковых колечек у нас получился. Кто желает посмотреть, как я его делала, добро пожаловать. Всем доброго дня! Кто зашел ко мне на канал, зовут меня Валентина. Сегодня у нас необычный день. У нас сегодня 6 марта. У нас родился внук. Ему уже 9 лет. И он едет к нам в гости с родителями. Поэтому я ему готовлю сейчас весенний его любимый салат с луковыми колечками. Что для этого салата Давайте нужно? Готовим. Пекинская капуста, луковые колечки, лук, красная головка, помидорки, зелень, перец, огурчик. Лимонный сок нужен будет нам добавить в наш соус. Кукурузка, чесночок добавим в сок этот. И филе куриное. Давайте готовить. Я думаю, что внуку понравится. Всем огромное спасибо, кто посмотрел мой ролик. Всем пока-пока.